Разбирай, пока чиновники не видят. Прокуратура области предъявила претензии Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений. Без регистрации остались 5000 объектов областной недвижимости. В этом реестре, к примеру, Оренбургский ипподром. В любой момент каждый из 5000 объектов может уйти с малоотказа без ценок, опасаются прокуроры. Подобные примеры с муниципальной собственностью уже были. В Сакмарском районе целое село Энгисмаревка из-за нерасторопности местных чиновников лишилось зданий администрации, школьной столовой, детского сада, всего 31 объекта. История с продажей имущества разорившегося колхоза у всех на слуху. Вернуть их назад практически невозможно. И вот сегодня в области ситуация может повториться. Значимые для области объекты могут уйти из собственности Оренбургской области, либо в частные руки. Возникает у всех государственных органов и органов местного самоуправления, которые владеют имуществом, право и обязанность их регистрации. Внесли представление в адрес министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений. Указали на необходимость устранения всех этих нарушений. В Министерстве имущественных отношений с прокурорскими доводами согласны, но заявили, что про каждый квадратный метр областного имущества знают, вот только зарегистрировать не могут, а стало быть, и устранить прокурорские замечания. Имущества неучтенного у нас нет. Из тех 5000 имущества в основном все закреплено у нас за отраслевыми министерствами. И у нас есть имущество, которое не учитывается в реестре, только из-за того, что у предприятий, например, у лесхозов, у них просто трудное финансовое положение. Между тем, прокурорская проверка уже стоила карьерного роста двум ответственным чиновникам министерства. На сегодняшний день в одном из структурных подразделений начальник и его заместитель понижены в должностях. Шаг назад по карьерной лестнице сделали начальник управления имущественных отношений Сергей Корчагин и его заместитель Георгий Бабенков, отметили в областной прокуратуре.